абзац, где указана возможность выдачи разрешения на проезд, вызывает сомнения в части коррупционной составляющей. Вы сказали, что все-таки въезд на территорию общественного плавающего бесплатно, но тем не менее мы прекрасно понимаем, там, где есть возможность сотрудника плавающего разрешать или запрещать, это в принципе может иметь коррупционную составляющую. И только от субъективного мнения данного должностного лица будет зависеть, может человек заехать на кладбище или нет. Что, повторюсь, полагаю, может вызвать коррупционную составляющую. По этому поводу, конечно, еще хотел бы узнать мнение прокуратуры по этому вопросу, но я предлагаю все-таки этот пункт исключить. Вопрос, скажем так, уже вставал, в прокуратуре города были обращения по данному поводу, по поводу въезда на территории общественного кладбища не только жителей, но и также других рядом предпринимателей, кто осуществляет установку на могильных сооружениях. Поэтому на сегодняшний день предлагаю пункт 3.10 исключить и вынести на заседание совета решение без данного пункта. Данный пункт рассмотреть на отдельно на рабочем собрании вместе с прокуратурой.